Здравствуйте. Ну, что тут говорить, что тут спрашивать? Случилось неминуемое. Я, наконец, закончил писавшийся много лет альбом с песнями бардов. Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры. До Красной реки, моя радость, до Красной реки. До Синей горы, моя радость, до Синей горы. А где-то река, та гора, притомился мой конь. Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь. Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда. А где же тот ясный огонь, почему не горит? 100 лет подпираю я небо ночное плечом. Фонарщик был должен зажечь, но фонарщик тот спит. Фонарщик уснул, моя радость, а я ни при чем. И снова он мчится один без дороги во тьму. Куда же ты едешь, ведь тьма подступила к глазам. Ты что потерял, моя радость, кричу я ему. А он отвечает, ах, если б я знал это сам. Я писал этот альбом около 10 лет. Записывался он безо всякой мысли его выпустить. Просто хотелось записать все эти песни так, как я их пел всю жизнь. А пел я их практически с детства. Дело в том, что в жизни моего поколения случилось так, что песни со словами под гитару появились в жизни практически одновременно с музыкой, которую тогда было принято называть рок-н-ролл. В 60-е годы магнитофоны, выставленные из окон, вещали правду. По радио и телевизору говорить правду никому бы и в голову не пришло. Но с магнитофоном, выставленным в окно, было ничего не поделать. Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, в туман, в туман. А прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат? Когда мы возвращаемся назад, его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и вводят в дом, а в доме нашем пахнет воровством. А мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее свет. А по полям жиреет воронье, и по пятам война грохочет вслед. И снова переулком сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки, в затылки наши круглые глядят. Поэтому, естественно, как только, ну, где-то в классе в третьем или четвертом, я добрался до гитары, первыми, на чьих песнях я учился петь, стали Высоцкий и Окуджава. И, честно сказать, лучших учителей придумать было бы нельзя. Неистов и упрям, гори, огонь, гори, на смену декабрям приходят январи. Нам все дано сполна, и радости, и смех, на всех одна луна.
весна одна на всех. Прожить бы так сполна, а там пускай ведут за все мои дела на самый страшный суд. Пусть оправданий нет, и даже век спустя на все один ответ. Один ответ пустяк. Неистов и упрям, гори, огонь, гори. На смену декабрям приходят январи. У истоков авторской песни стоял Булат Акуджава. Он был мудр и всевидящ. Как получилось так, что он начал петь свои стихи под гитару, теперь уже не важно. Но он начал еще в 46-м году. Он пел по домам у друзей, и в записи его песни расходились по всей стране. Так поэзия со страниц книг вышла в повседневную жизнь. И язык Булата Акуджавы из языка стихотворения на бумаге стал обретать легендарность истинно народной песни. Если ворон в вышине, дело стало быть к войне. Если дать ему кружить, дать ему кружить, значит, всем на фронт идти. Чтобы не было войны, нужно ворона убить. Чтобы ворона убить, чтобы ворона убить, нужно ружье зарядить. А как станем заряжать, всем захочется стрелять. А когда стрельба пойдет, когда стрельба пойдет, пуля дырочку найдет. Ей не жалко никого, ей попасть бы хоть в кого, хоть в чужого, хоть в своего, лишь бы всех до одного. Вот и нету ничего. Вот и нету ничего. Вот и нету никого. Вот и нету никого, кроме ворона того. Стрельнуть некому в него. И вот так я пел и до сих пор пою эти песни всю свою жизнь. А записать эти песни я хотел, потому что ничего подобного я больше нигде не встречал. По страсти, мудрости и искренности с этими песнями в культуре человечества мало что может сравниться. И мне казалось, как продолжает казаться и сейчас, что нельзя дать таким драгоценностям сгинуть в трясине времени. Вот пример такой песни – «Осенняя элегия», написанная Евгением Клячкиным на стихи Александра Городницкого. Простая песня, которая одновременно философский трактат и исповедь. Сентябрь сколачивает стаи, и первый лист звенит у ног. Извечна истина простая, свободен, значит, одинок. Мечтая о свободе годы, не замечаем мы того, что нашей собственной свободы боимся более всего. И на растерянные лица, куда нам жизни деть свои, крылом спасительным ложится власть государства и семьи. В углу заснятою иконой вся в паутине пустота.
свободен, значит, вне закона. Как эта истина проста. Входная дверь гремит, как выстрел, в моем пустеющем дому. Так жить нам вместе, словно листьям, а падать вниз по одному. А падать вниз по одному. С прошествием времени тогдашний пейзаж как бы отъезжает и становится видней, что это и как. И представляется мне, что в основе всех песен бардов трагедия человеческой несвободы и реакция на эту трагедию. И то, как это происходило тогда у нас, эта картина ясная и мрачная. От болезни несвободы людям хочется бежать, а бежать некуда. По периметру стоят часовые с автоматами. Любой буквальный протест неминуемо приводит за решетку, а в школе детям, в пример, ставят Павлика Морозова, сдавшего родного отца под расстрел чекистам. И остается один классический путь спасения – побег в незаконную любовь. Но как в нее не убегай, трагедия никуда не девается. Она как чудовищный задник в театре, с колоннами цвета запекшейся крови, страшный дом, в котором происходят все эти истории. И поэтому побег в любовь был как обреченный на неудачу побег из лагеря. И отсюда трагическая интонация большинства песен бардов. Говорила Тошенька, миленькой мне тошненько, чем тебя порадую? Что ж, пойдем в парадную, чем тебя порадую? Это не веселый путь, а нам ступеньки словно мох. Кто-то смотрит, ну и пусть, к черту их, а с нами Бог. Нам ступеньки словно мох. Стекла в струйках копоти, губы горячее льда, голоса на шепоте. Ну что же ты, иди сюда. Губы горячее льда. Отлетают голоса, вьется невеселый путь. Наше время полчаса, и стрелок нам не повернуть. Вьется невеселый путь. Мне сказала Тошенька, ах, все равно мне тошненько. Ну, чем тебя порадую? Ах, только не в парадную. Миленькой мне тошненько. А был еще такой замечательный певец Юрий Кукин. И в его песнях был несуществующий мир. Вот как цитата из самой известной его песни: «Ну что ты, брат, свистишь, мешает жить Париж». В условиях насквозь неправдивой власти весь остальной мир был миражом, зловредным с официальной точки зрения и недостижимым сказочным краем для всех остальных. А когда человек насильно привязан к одному месту, всегда наступает застой и вырождение. И приходилось придумывать новые земли.
Горы далекие, горы туманные, горы. И улетающий, и умирающий снег. Если вы знаете, где-то есть город, город. Если вы помните, он не для всех, не для всех. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек и слова поперек. Из разговоров они признают только споры и никуда не выходят оттуда дорог. Вместо домов у людей в этом городе небо, руки любимых у них вместо квартир. Я никогда в этом городе не был, не я все ищу, и никак мне его не найти. Если им больно, не плачут они, а смеются. Если им весело, вина хорошие пьют. Женские волосы вьются. И неустроенность им заменяет уют. Я иногда проходил через этот город. Мне бы увидеть, а я его не замечал. И за молчанием или за разговором шел я по городу, выйдя и не повстречал. Поездом нет, поездом мне не доехать. Самолетом тем более не долететь. Он содрожит миражом, он откликнется эхом. Но я найду, я хочу, и мне надо хотеть. А раз уж про любовь, тогда вот еще немного Клячкина. Потому что он был самый влюбленный из них всех. Поэтому я и пел его в юности, не переставая. Потому что как будто он один знал, что у меня на сердце. И находил мелодию и слова, чтобы я мог это пропеть. В 70-е годы мы с моим другом даже разделяли сферы влияния. Сидели по ночам у него в комнате в коммуналке. Гости приходили и приносили вино и чай, и мы пели. Он прекрасно пел Окуджаву, а я Клячкина. Тогда я только-только начинал учиться писать песни. Собственно, именно отталкиваясь от этих песен, я и начал писать. Потому что, как бы прекрасны не были песни бардов, они были еще из прошлого. Песни героев, которые, как матрос и варяга, героически уходят на дно. А я чувствовал совсем другое. Ветер в парусах. Чувствовал всем своим существом, что нам в жизни дана возможность прожить по-другому. И ждал песен, которые будут про нас. А чтобы уметь писать песни, как должно их писать, я учился у мастеров. Помнишь этот город, вписанный в квадратик неба, как белый островок на синем, и странные углы косые. Жаль одно, что я там был тогда, как будто не был. Помнишь церковь, что легко взбежала на пригорок и улеглась на нем привольно, откинув руку с колокольней. Так лежал бы человек, спокойно глядя в небо. Ветерок относит тени и друзей, и женщин. Ну, разве это не прекрасно, что верить до конца опасно?
Неужели ты чего-нибудь другого хочешь? Камни нас в лесу знают и запомнят камни. Ну, разве нам с тобой не ясно, что все устроено прекрасно? Лица их в морщинах, тяжкие тела их помнишь. При этом иногда песни Жени Клячкина становились самой непереносимо красивой петербургской психоделией, которая вынимала сердце, неведомо почему. Можно написать тома объяснений, но объяснить этого на самом деле нельзя. Просто услышал однажды, и больше никогда не оправишься. Ах, улыбнись, ах, улыбнись, вослед взмахни рукой. Недалеко за цинковой рекой, недалеко в оставленных домах, я различу на улицах твой взмах. Недалеко за цинковой рекой, где стекла дребезжат наперебой, и в полдень нагреваются мосты. Тебе не покупать уже цветы. Ах, улыбнись в оставленных домах, где ты живешь средь вороха бумаг и запаха увянувших цветов. Мне не найти оставленных следов. Как хорошо в оставленных домах любить других и находить других из комнат бесконечно дорогих, любовью умолкающей дыша, навек уйти куда-нибудь спеша. Ах, улыбнись, вослед взмахни рукой, когда на миг все люди замолчат. Недалеко за цинковой рекой твои шаги на целый мир звучат. Останься на нагревшемся мосту, роняй цветы в ночную пустоту, когда река, блестя из темноты, всю ночь несет в Голландию цветы. Всю ночь несет в Голландию цветы. Песня, которую мы только что слушали, была написана Клячкиным на стихи Бродского. Клячкин вообще много писал и пел на слова других поэтов. Но особенно пронзительно у него получались песни именно на стихи Бродского. Почему так случилось, сказать сложно. Но Клячкин положил на музыку и спел очень много стихов Бродского, в том числе почти всю его поэму «Шествие», написанную в 1961 году. И хотя сам Бродский, как говорят, относился к пению своих стихов скептически и вообще не хотел этого слушать, мне кажется, что это была женитьба, устроенная небесами. Приезжать на родину в карете, приезжать на родину в несчастье, приезжать на родину для смерти, умирать на родине со страстью,
умираешь, ну и Бог с тобою. В гробу, как в колыбельке чистой, привыкать на родине к любови, привыкать на родине к убийствам. Боже мой, любимых пережитых, уничтожить хочешь, уничтожь. Подними мне руки для защиты, если пощадить меня не можешь. Если ты не хочешь и не надо, и в любви испуганно ловимой, подскользнись на родине и падай, оказавшись в крови любимых. В Петербурге снег и непогода, в Петербурге тягостные мысли. А вот еще. Когда-то Пауло Коэльо сказал: награда за наш труд – это не то, что мы получаем за него, а то, кем мы становимся в результате его. Вот пение этих песен и сделало меня таким, какой я есть сейчас. Среди шумных расставаний городских, гудков авто и гулов заводских, среди теплых магазинных площадей опять встречать потерянных людей, в какое-то мгновение вспоминать и всплескивать руками догонять, да догонять, заглядывать в лицо, едва ли не попав под колесо, и говорить о перемене дел. Да-да, я замечаю, похудел. Да-да, пора заглядывать к врачу и дружелюбно хлопать по плечу. И вдруг, заметив время на часах и телефон с ошибкой записав, опять бежать автобусу во след, теряя человека на 5 лет. Так обойдется время и со мной. Мы встретимся однажды на Сенной. И пары предложений не связав, разинув рты и зубы показав, расстанемся опять не навсегда ль. Ты по Садовой зашагаешь вдаль, мой грозный век, а я, как и всегда, через канал неведомо. А еще важно то, что, подобно старинным кельтским бардам, русские барды прозревали сквозь покровы обыденной жизни то, что происходит в жизни на самом деле, алхимическую правду бытия. То, о чем нельзя было не только говорить вслух, а даже думать, в магическом зеркале поэзии становилось пронзительно очевидным. И признание в любви женщине оказывалось иногда признанием в любви родной стране и жизни. Синяя крона, малиновый ствол, звяканье шишек зеленых, где-то по комнатам ветер прошел, там поздравляли влюбленных. Где-то он старые струны задел, тянется их перекличка. Вот и январь накатил, налетел, бешеный, как электричка. Мы в пух и прах наряжали тебя, мы тебе верно служили. Громко в картонные трубы трубя, словно на праздник спешили. Даже поверилось где-то на миг,
знать в простодушии сердечном. Женщина той очарованный лик слит с твоим празднеством вечным. В миг расставания, в час платежа, в день увидания недели. Чем это стало ты нехороша? Что они все одурели? И утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры. Что же надежные руки свои прячут твои кавалеры? Нет бы собраться, да время унять. Нет бы им всем расстараться. Но начинают колеса стучать. Как тяжело расставаться. И начинается вновь суета. Время по-своему судит. И как Христа тебе сняли с креста, но воскресенья не будет. Ель моя, ель, уходящий олень, зря ты, наверное, старалась. Женщина той осторожная тень в хвое твоей затерялась. Ель моя, ель, словно спас на крови твой силуэт отдаленный, будто бы след удивленной любви, вспыхнувшей неутоленной. А еще для меня бесценно, что в этих песнях сохранился подлинный русский язык. В теперешнее время на язык как будто идет охота. Официальный язык стремительно приблотняется. В телевизоре преобладает настрой подворотни. И даже газеты забывают, где в русском языке нужно ставить запятые. А неофициальный язык, язык улицы, немного страшно слышать. Количество повседневного мата угрожает самому существованию какой-либо культуры. Но это, видимо, естественно. Если те, кто совсем наверху, лишены элементарного знания языка, то от тех, кем они управляют, нелепо ожидать чистой речи. В этих условиях говорить и писать на чистом русском языке становится не просто актом сопротивления, а обязанностью человека, дорожащего своим достоинством. А что лучше сохраняет язык, чем стихи и песни? Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс. Он наигрывает вальс то ласково, то страстно. Что касается меня, то я опять гляжу на вас, а вы глядите на него. А он глядит пространство. Целый век играет музыка, затянулся наш пикник. Он затянулся в узелок, горит он, не сгорает. Музыкант, приник губами к флейте, я бы к вам приник, но вы, наверное, тот родник, который не спасает. А музыкант играет вальс, и он не видит ничего. Он стоит к стволу березовому, прислонясь плечами,
и березовые ветви вместо пальцев у него, и глаза его березовые строгие и печальны, а перед ним стоит сосна, вся в ожидании весны. Музыкант играет вальс, звуки вальса льются, его худые ноги словно корни той сосны, они в земле переплетаются, никак не расплетутся. Третий век играет музыка, затянулся наш роман, он затянулся в узелок, горит он, не сгорает. Так давайте ж успокоимся, разойдемся по домам. Но вы глядите на него, а музыкант играет. Так давайте ж успокоимся, разойдемся по домам. Но вы глядите на него, а музыкант играет. И последнее. Я уже говорил о том, что появление всего этого жанра, поэт, поющий свои стихи под гитару, на мой взгляд, было вызвано необходимостью условий жизни того времени, когда культура, и я говорю не только о Советском Союзе, а обо всем мире, потому что самодеятельное пение под гитару охватило в конце 50-х весь мир. Так вот, когда культура каменеет и превращается в набор штампов, неискренних, не передающих того, что на самом деле происходит, сама природа, дух жизни вызывают появление новых людей, нового жанра, новых песен. Я рассказывал вам когда-то правдивую историю из жизни. В 60-е годы кто-то из молодых звезд музыки соул спросил у своего старшего коллеги: «Слушай, объясни, в чем дело? Мы же поем чисто, профессионально. А популярными вдруг становятся те, кто петь совсем не умеет. Что происходит?» Умудренный опытом старший коллега сказал: «Дело в том, что теперь в моду вошла искренность и правда». Так вот, эта правда, спетая непоставленными голосами, спетая под неумелый перебор струн гитары, вернула людям истину, о которой нельзя было говорить по радио. А истина эта вернула людям жизнь и подарила жизнь мне. Время идет, хоть шути, не шути, как морская волна вдруг нахлынет и скроет. Ах, погоди, это все впереди. Дай надышаться Москвою. Ах, погоди, это все впереди. Дай надышаться Москвою. Видишь тот дом, там не гасят огня, там друзья меня ждут, ни больным, ни отпетым. По времени, как же им без меня? Надо ведь думать об этом. Дай мне напиться воды ледяной, придержи до поры и тоску, и усталость. Ах, погоди, разочтемся с тобой. Я должником не останусь. Ах, погоди, разочтемся с тобой. Я должником не останусь. Запись этих песен дала мне возможность увидеть все, что было в жизни, новыми глазами. И эта история мне очень нравится. Спасибо.
Как непрочны двери у страны доверия для того, кто верит только в замки. Значит, неизбежно гасит нашу нежность, нашу нежность, тяжесть чьей-то руки. Что нас больше учит, время или случай, вряд ли важно, если даже поймешь. Но когда задавит сон страшнее яви, выйди ночью под мерцающий дождь. Все надежды слышишь, он тебе надышит, дождь бессонный, моросящий в ночи. Плеск овации в зале или губ касанье, губ касанье, можно в нем различить. Но пока над нами голубое пламя, нас хранящей неизвестной звезды, в сердце, как и прежде, будет жить надежда, унося нас далеко от беды. Аэростат. Авторская программа Бориса Гребенщикова.